По словам докладчиков, весь прошлый год цены на Брянщине мало отличались от цен в соседних регионах. В нынешнем январе заметно подорожали картошка, лук и капуста. В среднем цены на них выросли на 7-12%. Особенно прибавила в стоимости капуста. Причина – неурожай белокочанной на территории области. Капусту к нам везут из Беларуси и других регионов от 28 до 41 рубля за килограмм. Выборочной проверке брянские магазины подверглись накануне Нового года. Брянская губерния вместе с созданной по инициативе главы региона комиссии изучила цены в 15 торговых точках. Надбавки, как оказалось, всюду разные, от 3 до 25%, но вполне обоснованные. Исключение составила сеть супермаркетов «Магнит». Овощи, молочная продукция и сахар там прибавили в цене от 3 до 50%. Однако по рекомендации рабочей комиссии, руководство головного офиса компании согласилось пересмотреть надбавки на социально значимые группы товаров. Комиссия как бы только начинает работать. Значит, мы уже собираем информацию. Мы анализируем информацию, и я думаю, в ближайшее время комиссия будет очень эффективна и плодотворна начать работать. Комитет решил направить двух представителей от Брянской областной думы для эффективной работы комиссии правительства Брянской области. Отпускные цены на свою продукцию с начала года повысили и некоторые местные товаропроизводители. Так, с 12 января на 10% подорожали продукты от «Царь мяса». С 15 января намерены поднять на 5% стоимость молока и масла на предприятии «Жуковкамолпром». Вовремя фиксировать и пресекать необоснованное завышение цен оперативной комиссии, созданной при правительстве области, помогают органы прокуратуры, полиция и ФАС. У нас были подозрения по некоторым сетям, что произошло завышение цен именно ими. Мы попросили потребовать накладные первичные, потому что мы не имеем права, мы не контролирующий орган, это имеет право только проводить антимонопольная служба. Они запросили, проверили, дали нам информацию, дали информацию в прокуратуру, что действительно были такие цены именно от поставщиков, а в торговых сетях завышения не было. Там было это в пределах, скажем, разумных 10-15-12%. Депутаты Аграрного комитета решили взять ситуацию с ценообразованием под личный контроль. Представители парламента не только пополнят ценовую комиссию при губернаторе, но и сформулируют собственные предложения для стабилизации происходящего в брянской рознице. Напомним, если у вас есть информация о необоснованном повышении цены на социально значимые продукты, звоните на горячую линию 74 00 13. Светлана Дробкова, Максим Кузнецов. События, Брянск.